доброе утро. Показываю сегодня очередную марафоновскую пошивушку. Приглашаю вас вместе со мной. Вдруг вам понравится, вдруг вы захотите повторить. И давайте приступать к новой пошивушке. Так как у меня несколько елочек, я показываю. Это одна сторона, это вторая. Сейчас я все это слегка простегаю. И потом выровняю и буду вот так соединять. Такой экспресс-мастер-класс. В этот раз у меня экспресс-мастер-класс. Я обычно не называю свои видео мастер-классами, но это вот экспресс-мастер-класс. Без болтовни, по быстрячку собираем наши интерьерные елочки новогодние. Завтра уже буду набивать синтепоном. Хотела ж набить вот этим, а теперь придется холофайбером набивать. Неохота до конца, ну попробую. Или может допорю. Тут пришлось распороть. А потом уже буду собирать, потом ножку вставлять. И получается, если экономить ножки, а это нормально будет. Завтра обмотаю, набью. И найду, куда впиндюрить. И все. Еще и верхушку потеряла. Пришлось такую прицепить. Закончила я свою последнюю елочку. Больше елочки я делать не буду. И, наверное, я заканчиваю свой новогодний марафон. Идей еще много, но, думаю, нет смысла под самый Новый год дотягивать все эти новогодние идеи. А когда их делать? Поэтому я сейчас показываю свою последнюю композицию. Вот такая у нас композиция красивая. Елка очень высокая, не помещается. Было сделано масса всяких сувениров, шикарных мышек. Это последние мышки, парочка. Видите, они как сердечко стоят. Мальчик и девочка. Видите, какие славные. Вот такой у нас доставщик подарков получился. Со своими лошадьми, со своей упряжью. Вот такая огромная-огромная елка последняя. Каждая из елок была все больше и больше. Все приклеено на горячий пистолет. Стружка джутовая. Джутом ствол обворачивала. Всем с наступающим Новым годом. Всем добра, счастья, здоровья. Всем творческих успехов, вдохновения, желания рукоделить. Всем добра и счастья.